Уже не один месяц в мире бушует коронавирус. В Адыгее ни одного случая заражения коронавирусом не зарегистрировано. В регионе принимаются меры по недопущению распространения заболевания. В первую очередь они связаны с контролем миграционных потоков, в особенности людей, прибывающих в республику из эпидемических зон. По информации Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения, у людей, переболевших коронавирусом, формируется устойчивый иммунитет. Поэтому случаев повторного заражения не фиксировалось. Дети коронавирусом практически не болеют. В зоне риска пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями – гипертония, сахарный диабет, астма. Максимально обезопасить себя от заражения можно, соблюдая элементарные рекомендации. Следует отметить, что в Адыгее работает горячая линия по коронавирусу 8 800 252 59. Общероссийский народный фронт запустил горячую линию для пожилых людей 8 800 234 11 и единая горячая линия 8 800 200 01 12.